Сегодня я шел по Москве, я прогуливался, зашел в подземный переход и встретил очень талантливого музыканта. Что, поехали? Да. Ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем, сейчас с учителем, я только начал вот серьезно прям осваивать. Это песня любви и боли, это песня любви и счастья, это песня о тебе, когда тебя нет. Сам я прошел большой очень путь от алкогольной зависимости до полного, ну, не буду говорить полного пафосно, полного выздоровления, наверное, нет. Остались все привычки алкоголика. Командир, ты чего? Либо клони, либо отходи. Мне кажется, не стоит просто так впустую пропивать свою жизнь. Мир чума, век от века, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе. В дороге серой, сырой, без сердечности жестокой. А также он поэт уличный, а зовут его дальше от меня, Евгений. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Да, меня не станет, я буду петь голосами своих детей голосами. Меня зовут Сергей Валерьевич. Это самое, на Джекем этот самый канал. Подписывайтесь. Все будет хорошо, все будет отлично. Да?
Еще своих пару вещей куда? Опять забывали сердце по швам, но это не сердце, это душа. О чем мне болеть, о чем говорить, когда тебя нет? Разрушаться в небо волю, это песня о любви и боли, это песня о любви и счастье, это песня о тебе, когда тебя нет. Разрушаться в небо волю, это песня о любви и боли, это песня о любви и счастье, это песня о тебе, когда тебя нет, 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 когда тебя нет. Когда тебя нет. Когда тебя нет, здесь падает снег, будто никак не случится весне. Все рейсы на юг отмены, давай убежи. Под одну их тиши, а то посилши, давай поспеши, а то помяни, а то не поймем, как просто давно с нас нитки души. Надышаться в небо воли, это песня любви, это песня любви и счастья, это песня тебе, когда тебя нет. Надышаться в небо воли, это песня любви и боли, это песня любви и счастья, это песня тебе, когда тебя нет. Когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Доброго дня, меня зовут Жека, подписывайтесь на канал Жека, только не на мой, а на другого Жеки, вот, а если, ну и подписывайтесь на канал «Сумасшедшая кухня», я сейчас исполню свои песни, вот, познакомились мы с Жеком, я снимаю, переходе, оказался блогер, Народ, с вами канал Жека. Сегодня я шел по Москве, я прогуливался, зашел в подземный переход и встретил очень талантливого музыканта, также он поэт уличный, зовут его дальше для меня, Евгений. Никнейм, может, какой-нибудь? Ну, раньше называли Евгений Настоящий, но вообще фамилия у меня, как всегда, не Московский. Друзья, давайте послушаем его творчество. Садится все, ну ладно, попробуем выше. Упало. Вот микрофон. Сейчас. Давай его на тебе можно оставить? Да, оставь, конечно. Подожди, прищепка вот здесь. Вот такой? Да. Нифига себе. Так, ага, куда-нибудь. Это петличка. Но она дорогая. Дорогая, да. Я свои песни попою тогда. Просто называется «Клетка». Видишь зеркала и стены, дым сквозит из каждого дома. Если не хватает лома, дерева пустила ветки, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогай меня, я на взводе.
кости, а потом заколотит доски, что останется впредь до носки. Мир чума, век от века, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогай меня. Я на взгоне. У нас не осталось страны, Господи, сколько фальши строятся, кровавые марши, у них бомба, мы в ответ, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогай меня, я на взводе. Песня называется «Фантом». Будь добрый, Жень. Скажи, что с твоего репертуара это твои личные, да, песни? Сейчас была моя песня «Клетка». Это песня кавер на песню «Фантом» Чиши компании. А которая будет? Да, да. Которая будет? Да, да. Сейчас, спасибо.
друзья, это был Евгений. На мой взгляд, это очень талантливый музыкант. Сейчас очень много талантливых музыкантов, которые не светятся по ТВ, а их можно встретить в подземных переходах, на станциях метро, где-то еще в городе. Ну, в клубах, думаю, ночных людей тоже играет, да? Вот. Я шел, услышал песню Баста, исполняет, как песня называется? Сансара. Сансара, да. И я не смог просто пройти мимо, я влюбился в этого музыканта. Это очень круто, я очень рад. Баду, блин, седлай, пожалуйста, все, я погнал. Ну я все, я уже все, у меня просто сел вот эту вот хуйню. А ты и так без нее сидишь. Народ, подписывайтесь на канал Евгения. Жень, как тебя канал называется? Сумасшедшая кухня. Сумасшедшая. Подписывайтесь на канал Сумасшедшая кухня, ставьте лайки, комментарии. Ссылочка на этот канал будет под этим видосом, в описании к ролику. Что говорить? Ну, скажи людям, с какого ты города, сколько тебе лет, если это не секрет? Мне 30 лет. Из города я Москва. Ну, вообще родом я из Москвы, родился в Москве. Живу на Сходне, это вот ленинградское направление. Как-то так. А давно ты на гитаре играешь? Давно вообще вот играешь в переходах? Вообще, на самом деле, да, давно играю в переходе. И как бы пока это деятельность комик, вот, как бы пока я не вижу каких-то там. Ну, сейчас просто много навязано, да, вот, то есть шаблоны такие, что вот надо работать, надо идти на работу, чтобы зарабатывать деньги. Но здесь как бы тоже можно сказать работа, потому что все-таки как бы я трачу на это время, трачу на это силу, энергию. Вот когда ты срываешь там голос, там, вот, ну разные бывают как бы моменты. Вот. И в принципе, ну, нормально чувствую себя. То есть я считаю, что это как-то... Я там не попрошайничаю, ни у кого не прошу, то пожертвую там сколько, то ты пожертвуешь, то есть я ни у кого там не попрошу. Многие просто, ну, нас вот и сложно как бы попрошайкам приравнивать. Вот пытались это сделать, но как бы ничего, собственно говоря, не получилось, потому что, по большому счету, мы учим музыканты, мы не попрошайки. Женя, давно ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем, сейчас с учителем, я только начал вот серьезно прям осваивать сам инструмент, то есть, вот, чтобы, ну, чтобы поднатореть в своем деле, чтобы действительно... Ну, я просто выбрал эту нишу, я понимаю, что ну, мне надо катить по ней, ну, идти, потому что, как бы... Нужно заниматься. То есть раньше мне хватало там 2-3 аккорда, и я как-то нормально себя чувствовал. А сейчас я понимаю, что все равно только трудом можно чего-то добиться. То есть даже играя на гитаре, это очень сложный инструмент на самом деле. То есть научиться на нем играть не, как бы не сложно, но и не просто, потому что здесь нужно уделять очень много времени этому, то есть, ну, 2-4 часа, ну, минимум в день. Иногда ребята, там, маньяки, я слышал, там и по 8, и по 9 часов играют в день, технику нарабатывают. Вот, и нужно относиться к этому, как к своему делу. Потому что я даже скажу так, что
и праведнику, и грешнику солнце светит одинаково, да, то есть это моя скромная, можно сказать, работа, и я, в принципе, как бы не жалею то, что я здесь. Многие там, типа, говорят то, что вот, там, переходов, там, ну, блин, ну, пока так. Что сделать? Ну да, переход. Жека, а что за инструмент у тебя? Может, многим будет интересно? Инструмент, короче, это Fender, Mustang. Здесь как Курта Кобейна, синглы и сингл и как он? Склавы вылетел, короче. Ну, короче, здесь такая сборка, как у Курта Кобейна. Сингл и хамбекер. Хамбекер. Вот. И она японская, не американец, японец, но тоже хорошо достаточно звучит. Вот, то есть я это еще я пил радиосистему, то есть чтобы в шнурах не путаться. Вот да, у тебя внизу какой-то корпус, что-то такое, вот усилитель, штуки, да? Ну, вот это усилитель, как бы, да, вот эти штуки, это радиосистема, то есть они, это беспроводная радиосистема, то есть я как бы включаю, здесь вот включаю, они вот так вот включаются. И на гитаре. И вот, и звук ищет. Сейчас они сконнектятся. Вот, загорели зеленый, и все. Мне хочется сказать, чтобы, ну, пожелать всем подписчикам никогда не сдаваться, идти за своей мечтой, идти путем своего сердца, ведь проще и лучше дороги не бывает на самом деле. Это вы узнаете в конце пути, мне кажется. Вот. Ну и, собственно говоря, хочется сказать, что сам я прошел большой очень путь,
от алкогольной зависимости до полного, ну, не буду говорить полного пафосно, полного выздоровления, наверное, нет. Остались все привычки алкоголика, остались все какие-то, ну, вот эти вот старые какие-то обиды, может быть, где-то на дне. Вот. Но, тем не менее, продолжаю жить, радоваться каждому дню, который прожил. И желаю всем, в принципе, делать то же самое. Ну и, конечно, забить на допинг, потому что любой допинг, он программирует на быструю смерть или на медленную смерть. То есть это, можно сказать, как механизм замедленного действия. То есть сначала ты принимаешь допинг, это прирастает в систему, ты уже систематизированно принимаешь допинг, и в конечном итоге гроб. Вот, поэтому жизнь, она не стоит вот так вот просто вот взять ее в раскат. Мне кажется, многие за жизнь борются, мне кажется, не стоит просто вот так впустую пропивать свою жизнь. Стоит задуматься насчет этого и сделать выводы. Жить дальше, и жить правильно, жить честно. Жить по совести, жить по сердцу. Нет, все. В 2014 году выпустил книгу стихов «Сердце поэта». Вот, провел хорошую презентацию, но это было давно, это было в 2014 году. Вот. С тех пор очень много изменилось. То есть тогда я еще выпивал алкоголь. А после 2014 года, в 2016, даже в 2016 году я попал в реабилитацию, в реабилитационный центр, который полностью изменил мое представление о зависимости. И сейчас я не пью уже 4 года. Да. Ну, почти 4 года. 3 там с небольшим, почти 4 года. И на самом деле желаю всем вести здоровый образ жизни, потому что жизнь-то она на самом деле мимолетная. Нам кажется, сколько с утра встал, там работа, какие-то планы, заснул, опять встал, опять планы. И вот так вот постоянно вот этот круг замкнутый. Но в конце концов это все закончится. Вот. И главное, наверное, сохранить вот эту духовность в себе. Вот. В себе вот сохранить вот этот божественный свет как смысл вообще бытия. То есть мы живем не просто так для того, чтобы там есть, спать и трахаться. А мы живем, наверное, для того, чтобы внести в этот мир какой-то свой смысл, какой-то свой порядок вещей. Вот. И поделиться своим добрым сердцем, своим душой открытой с народом. Я это делаю с помощью музыки, делаю с помощью стихов. Вот я хотел бы Жеке прочитать стихотворение, которое недавно написал. Это лучше для всех зрителей. Лучше для всех зрителей. Да, для вас, для всех зрителей, для всех подписчиков прочитаю стихотворение. Наверное, даже не надо включать, да? Здесь же микрофон, он пишет нормально. Ну, лучше на самом деле включить? Ну да, будет. Мне кажется, будет намного громче. Это хорошо. Лучше, когда громко, чем тихо. Студенты-хрепажеры, иметь красивый ролик, сословные пароли
и рупора сигнал. Нимфетки пополняют свои сюжеты в сторис. Маньяк открыл свой блог, ведет YouTube-канал. А в соцсетях привычно посмертно ставят лайки. Искусный новый способ смышленной школоты связаться с миром мертвых из склепа. Скажут байки, как можно за мгновение осуществить мечты. Слепая популярность, как кола или сникерс. Волшебная есть связка потерянных ключей. Зловещее сегодня, как будто джиперс-криперс, как будто потрошитель, как будто пиночет. А завтра не наступит, бывает мир твой тяжек, и отовсюду денег привычную несут. Промокшие ботинки, разбитый новый гаджет, явление природы, жилище, секс и суп. Условности все это в далекой, параллельной вселенной всюду рыщут безликие тела. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Мы это, блогеры? Стихи читаем иногда. Иногда нет. О, командир, ты чего? Либо клади, либо отходи. Я думал, музыку послушать. Музыку? Да не я тоже подошел сюда музыку послушать. Смотрю, гитара, блядь. Давай, не, а что? Вот. А можно? А, во, все. Отживешься, отживешь-то и нет тебя. В сером дыме в небесной пене, где когда-то и кончусь я, словно в поле глухом видение, в зиму как полевой цветок, словно титры в уставшей ленте, как из лампы последний ток, выйдет весь, не увидит смерти. Посмотри же на небо, ну, красота, конфетти взорвется, посмотри на свою страну, что стоит много лет под солнцем, посмотри, триумфалка вся, вся гудит и стоит маяк, в черном взгляде покой неся, подает он поэту знак, и умеет нас ждать земля. Так свет солнца ждет в поле рожь, так когда-то и кончусь я, как печаль, как тоска, как дождь. Слушай, скажи это, подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, комментарии. Представься, как тебя зовут, и скажи привет. Меня мужчина. Зовут Сергей Валерьевич, это самое, на Джеке этот самый канал. Подписывайтесь. Все будет хорошо, все будет отлично. Ставьте лайки, комментарии. Жека говорит, ставьте лайки, ставьте комментарии. Спасибо. Стих. Есть такая штука, когда пишешь... Короче, вот... Говори, говори. Стих. Немножко подальше. Пойди, пожалуйста. Просто. Я хочу людей заплатить. Ага. Я не знаю. Я сейчас почитаю стих, и вы сами можете придумать этому стиху название, в принципе. Студенты хайпажоры и мир красивый роликс, условные пароли и рупора сигнал, нимфетки пополняют свои сюжеты в сторис, маньяк открыл свой блог, ведет YouTube-канал, а в соцсетях привычно посмертно ставят лайки, искусный новый способ смышленной школоты связаться с миром мертвых из склепа, скажут байки, как можно за мгновение осуществить мечты, слепая популярность, как кола или сникерс, волшебная есть связка потерянных ключей, зловещая сегодня, как будто джиперс-криперс, как будто потрошитель, как будто пиночет. А завтра не наступит, бывает мир твой тяжек, и отовсюду ересь привычную несут. Промокшие ботинки, разбитый новый гаджет, явление природы, жилище, секс и суп. Условности все это в далекой, параллельной вселенной всюду рыщут безликие тела. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Но между тем и этим смотрящий и стоящий небесный светофор и рухнувший шлагбаум из черепных коробок все светлое утащит. Наш виртуальный бог закинет нас всех в
барабан, особенности в чуждом, злосчастные препоны, и дерево качнется, зима ударит в гонг, а осень подождет нас, весна настанет скоро, а лето будет солнцем большим играть в пинг-понг, и выцветшие трубы, назойливые клещи, густые параллели растущих мумий слов, как словно из мешка на пол упали вещи, к таким вот проявлениям мир новый не готов. Убей себе ребенка, стреляй из автомата, и правду, только правду отчаянно говори. Ты будешь пилороботом, коробкой, автоматом, стареющим мешком, гниющий изнутри. И связанные напрочь по кругу снова бегать, поэт и блогер каждый к известности бежит. Все это отголоски внутри больного эго, зашитые карманы разорванной души. Немыслимо, отчаянно, так хочется признания. И наплевать, конечно, где именно и в чем. Ведь каждый человек с собой лишь только занят в большой незримой кухне свои блины печет. Тоже хороший на злобу дня. На пати. Только толку-то, что в ваших буквах, стало ли лучше кому-то? Пришел просто съесть лазанью, меня уж не любят в зале. Откуда приятель, мол, вылез? Лохматый или постриженный? Мобила, наверное, спищенный, модный на джинсах вырез. Кому ты пришел тут читать? Ты слышишь? Ты мне не чита. Ты встал просто в горле мне комом. И пусть даже первый блин комом. Ни Агния Львовна Барто, ни Бродского туфли, ни Блока пальто. Ты мусор, ты фишка, никто. Да хоть папа Карла, хватит. Я просто пришел на батю. Дима за меня. В реабилитации, когда лежал, лечился от алкоголизма, я написал этот стих. Я уже 4 года, кстати. Давай, жаль, это по-нашему. Вот, поэтому стих называется... Сейчас, из головы вылетел, сейчас. Ты подкинь деньжат-то, ты... понравилось тебе творчество? Мне очень понравилось. Понравилось? Да. Люди увидят просто твой добрый поступок. Вот. Да. И это в Ютуб. Ну конечно, это же уличная романтика. Ребят, я вам, конечно, поспонсирую. Ну, блин, это в денежном эквиваленте, ну никак не. Сколько можешь от души, сколько можешь от души. Мы не пьем. Сколько можешь от души, а мы сейчас это снимем. Можешь просто, ну, люди увидят, вся страна. Четыре, получается, почти 4 года. Почти 4 года. Мне надо, мы есть здесь рядом. Сейчас. То, что я сволочь, это однозначно. Ага, называется «Палитра чувств». Палитра чувств страшных, да нет же, все моих. Мне не нужны советы ваши, не получается мой стих. Замок на сердце в самом деле, но это вовсе есть замок, а тело ходит еле-еле, а счастье — это потолок. А счастье даже есть в несчастье, стул моя ручка и стена. Я думал, я ответов мастер, во всем моя вина. Девчонки страшно одинокой, в дороге серой и сырой, без сердечности жестокой и в узколобости тупой. Душа, нетронутая печка, а впереди кресты стоят. Осталась только бесконечность, а с ней иллюзия моя. Я еще раз его прочитаю, его же, просто там некоторые моменты неправильно прочитал еще. Ну, ты, в принципе, да, где-то вырежешь. Палитра чувств. Ты вырезаешь, что ли, блядь, сволота позорная? Но он бессмертный, я понял, что он бессмертный. Палитра чувств, чужих и страшных. Да нет же, все, моих. Мне не нужны советы ваши. Не получается мой стих. Замок на сердце в самом деле. Но это все же есть замок.
а тело ходит еле-еле, а счастье это потолок, а счастье даже есть в несчастье, стул, моя ручка и стена. Я думал, я ответов мастер, во всем моя вина. В девчонке страшно одинокой, в дороге серой и сырой, и в бессердечности жестокой, в усколобости тупой. Душа, нетопленная печка, а впереди кресты стоят. Осталась только бесконечность, а с ней иллюзия моя. Спасибо. Наверное, вот это что-то играл, когда я пришел. Тело вопреки, тело от руки, не переверни, небо отвлеки. На прыжке в каждом человеке учитель продолжается в своем ученике. Сумаю жизнь, я иду ко дну. Сумаю жизнь, я искал любовь. Вы любите одну. Они спасали нас, но за спасание просто лечит. Наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Да, я не стану. Я буду петь голосами своих детей. Голосами детей. Просто меня перестанет. Такой закон сам ставит. Я буду петь голосами своих детей, голосами детей. Просто меня не станет, вокруг закон сам садит. Говорят детей, ой, мама, со стерей мы живем на славе. Все весело, но мы свое возьмем. Чего-нибудь, пожалуйста, людям, что ты, ну, что-нибудь какого-нибудь позитива, добра пожелай. Я желаю, короче, всем никогда не сдаваться, идти к своей цели, к своей мечте, никого не слушать. Вот, потому что очень много сейчас навязывается со всех сторон разных различных мнений, которые не обусловлены на самом деле ничем. Вот, доверяйте своему сердцу и не слушайте телевизор. Но мир добра любви.